Всем привет, ребят! С вами Анна Голд. И я Кексик! Всем приветик! Сегодня у нас будет распаковочка бумажных сюрпризов. И предлагаю начать мою распаковочку с сюрпризика Юни Китти. У меня есть для вас два сюрприза, и мы их сегодня все откроем. Так, давайте сначала первый. Так, что же здесь? О, кто это у нас такой печальный и серый? Его зовут Рик, но почему он грустит, никто не знает. Ребята, а может быть вы знаете? Вот, ребят, мне вот одному кажется, что он похож на Лего. А кто из вас знает, какая у него роль в игре и с кем он дружит? Коллекция Кекса Кекс. А вот это блокнотик, куда мы их вклеиваем. И у нас, кстати, остался всего лишь один персонаж. И у нас будет вся коллекция. Но кто не видел, сейчас я вам покажу этот блокнот. Это у нас обычный или же один цвет, желтый, это редкий. Эта страничка у нас не заполнена. Надеюсь, что мы ее сегодня заполним. У нас будет вся коллекция. Так, здесь заполнена. Здесь у нас, кстати, редкий. Вот так вот он выглядит. И вот такие вот. Ну что, ребята, давайте посмотрим, попадется ли он нам сегодня или нет. Так, открыла или нет? Открыла, да. Так, смотрим, ребята. Ребята, у меня еще такого не было. И мы собрали с вами всю коллекцию. Так, кстати, давайте я вам покажу. Это кексик, у которого на голове цветная посыпка, прям как единорог. А здесь как будто бы такие чипсики. Прикольно. Давайте его скорее приклеим в блокнотик. Так. Вот так вот. Вот, ребята. Это у нас была всего лишь первая серия Кекса Кекс. Если тебе она понравилась, то скорее не забудь мне об этом сказать в комментариях. И, возможно, я сделаю для вас вторую серию. Анюта, а мы с тобой сегодня будем открывать сюрпризы из дневника «Утраченные страницы»? Конечно, будем, если ты хочешь. Конечно, конечно. А давай два сюрприза откроем. Хорошо. Ура! А вот и мой дневник «Утраченные страницы». Так, давайте его откроем и посмотрим. Так, этот мы уже с вами открывали, кто помнит. Этот мы с вами не открывали, я бы его хотела сегодня открыть. Так, запоминаем. Так, этот мы тоже с вами уже открывали. Этот тоже открывали. Так, давайте дальше посмотрим, какие здесь есть интересненькие. Так, давайте посмотрим. Здесь значок, как у Мейбл на свитере. Может быть, здесь нам попадется Мейбл? Любопытно. Хотите его открыть? Тогда откроем. Давайте его откроем. И, например, вот этот, который я ранее показала. Вот этот. Начнем мы с него. Так, распаковываем. Так, смотрим, что же здесь. И здесь, кстати, надпись «Ничего интересного». Но мне все же интересно, что здесь такое. Ой. Так, здесь у нас черный пакетик. Больше ничего нет. Ну, вроде как ничего. Так, давайте положим книгу. Дневник. И откроем его. Так, здесь, ребята, какая-то надпись. Написано же «Ничего интересного». Так, ладно, давайте откроем. Так. Так, пакетик пуст. Здесь нам попалось два пазла, как раз-таки Диппер и Мейбл. Та-да! Монстры, получается. Так, мы потом его соберем с вами. И здесь вот как раз-таки Диппер, где-то который лазил. Он весь такой чумазенький. И, кстати, он играет в видеоигру. Любопытно, какую. Так, сейчас мы его приклеим на фон, а это наш пазл. Давайте его приклеим рядом с Риком. Представляю вам мой пазл. Вот так вот он выглядит. И мы его, кстати, сегодня дополним. Вот. Так, здесь у нас номер, где Диппер 9. А там, где Мейбл 19. Так вот забавно. Так, давайте его отклеим. Так, номер 9 вот здесь. Вот так. И 19. Вот.
кажется ли здесь что-то не так? Здесь написано 19. 19. Мне кажется, все же вот так должно быть. Вот. Вот теперь все правильно, я разобралась. Ну а мы продолжаем открывать сюрпризы из дневника. Так, давайте достанем. Опять черный пакетик. Любопытно, любопытно. Так, здесь больше ничего нет, закрываем. Интересно, а кто же здесь спрятался в этом черном пакетике? Как вы думаете, ребята? Ой, нужно ее скорее достать. Не знаю, кто это, но давайте ее скорее достанем. Что здесь за персонаж? Да, здесь у нас много всего. И это Мейбл. Привет, друзья! Красоточка! Такая симпатичная, показывает нам язычок. Она у нас в классическом аутфите. Ребята, а кто из вас знает интересные факты о Диппере и Мейбл? Скорее не забудьте мне об этом сказать. Еще в этом пакетике было два вот таких вот пазла. Номер 25 и 29. Так, чуть позже приклеим. Так. Вот, ребят, это типа того... Этот рисунок чем-то похож. Тот, что на свитере Мейбл. Но, правда, здесь другие цвета. Так, что здесь у нас еще было? Диппер узнает тайну. Скоро. Любопытно. Что же он узнает? Так, здесь у нас какие-то... Так, буковки. Нужно нам что-нибудь из этого составить. Так, мне кажется, я уже догадалась, хотя, не знаю, К, Е, тут еще есть какие-нибудь буковки? Вроде как нет. Так, даже не знаю, что же здесь такое может быть. Так, сейчас я разберусь. Вот, ребята, посмотрите, здесь есть буковки, и у каждой буквы своя циферка. Например, у У здесь номер один. Я вот, ребят, подумала и вообще не знаю, что это за слово. Если вы знаете, то, пожалуйста, помогите мне. Вот, я сейчас это все подробнее вам покажу. Это буква У, номер один. И, это номер три. Буковка А, номер пять. Л. Номер два. К. Семь. И. Под номером восемь. Под номером шесть у нас Ш. И последнее это Б. Под номером четыре. Ребята, если вы знаете, что это за слово, скорее... Мне напишите. Мы вернулись к пазлу и продолжаем его собирать. Так, здесь у нас номер 29. Так, 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 так. Так, вот он здесь. 25. Так, он вот здесь. Вот так. У меня есть два сюрпризика «Вся правда о медведях». Но сегодня мы с вами откроем один, а этот в следующий раз. Так, давайте посмотрим, что здесь за мишка. О, мой любимчик, это панда, который пьет какой-то сок или, возможно, даже смузи. Какой же вкусный этот сок. Ребята, а с каким вкусом вы любите пить сок? Давайте посмотрим, с каким же панда у нас любит. Лимон и вишня. Это же все кислое, я не знаю, как он это пьет. Так, давайте он у нас будет здесь выглядывать из этого сюрприза. Объемный бумажный сюрприз Human Robotic. Продолжаем собирать робота. Здесь такая большая коробочка. Интересно, что же внутри? Давайте посмотрим. Открываем и вынимаем. Так, давайте закроем и отложим в сторону. Так, давайте сначала посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас, как и обычно, чертеж, прототип.
Вот, ребята. И надпись Human Robotic. Вы, наверное, меня сейчас спросите, что же это такое я держу в руках? Это корпус, а точнее туловище нашего робота, к которому будут крепиться руки, ноги и, соответственно, голова. А вот это, ребята, шея. Вот так вот она, ребят, двигается. Здесь у нас будут вставляться руки. Здесь вот ножки. Давайте посмотрим, что же здесь. Открываем. Внутри у нас находятся цветные провода. Вот, ребята, посмотрите, как они выглядят. Давайте их обратно положим. А вот сюда у нас будет крепиться материнская плата с процессором. Так, давайте его закроем. А аккумулятор мы с вами будем прикреплять вот сюда, на это место, в задней части робота. Сейчас я вам покажу детали нашего робота, которые мы с вами открывали в моих предыдущих видео. Кстати, кто их видел? Так, давайте посмотрим. Это у нас так выглядит материнская плата с процессором. Такая вот она. Это аккумуляторная батарея. Вот так вот она выглядит. И напоминаю, ребята, это у нас все из бумаги. Весь робот из бумаги. Так, здесь у нас... Давайте я вам сейчас все покажу. Это рука робота. Здесь у нас все подвижное. Тоже из бумаги. Вот, ребята, посмотрите. Здесь у нас тоже чертеж прототип. Могу мне его тоже показать. Вот так вот он выглядит. Чуть позже я его сложу. Ну, а вот здесь у нас лежит нога нашего робота. Вот, ребята. Вот так. И чертеж прототип сейчас тоже вам покажу. Вот как он выглядит. И как вы знаете, у меня есть только правая рука и левая нога. Ну что, ребята, давайте его собирать. Материнская плата с процессором. Итак, вставляем аккуратненько. Так, сейчас. Итак, примерно вот где-то вот здесь. Вот, ребята, посмотрите, как это все выглядит. А это мы засунем обратно. Вот так. Теперь это мы должны приклеить вот таким вот образом, вот сюда. Так, приклеиваем. Вот таким вот, так, нет. Так вот, вот таким вот образом. Так, вроде как ровно. Вот. А теперь присоединяем руку и ногу. Прикрепляем ногу. Вот так. И теперь руку. Вот сюда. Вот пока что у нас однорукий и одноногий робот. Но вскоре он у нас будет собран весь. В том числе и голова, которой пока что нет у меня. Вот. Так вот это у нас все выглядит, ребята. Ну что, ребята, вам нравится? Наш робот будущий. Давайте он у нас посидит вот здесь с нами. Вот так. Сюрприз коллекции Hello Kitty. А это блокнотик, куда мы их вклеиваем. Давайте я вам его покажу, кто если вдруг не видел. Это у нас большая коллекция. Это у нас обычная. Весь листик мы его собрали уже. Тоже обычные. А здесь у нас попался редкий, вот как он выглядит. Здесь у нас блестящий бантик. Опять-таки обычные. И конвертик для повторочек. Давайте посмотрим. Сначала выберем, точнее, конвертик, который мы сегодня откроем. Например, ну давайте вот этот, а эти откроем в следующий раз. Так, открываем и смотрим. Как вы думаете, у меня попадется сегодня редкое или же нет? На счет три. И
Нет, ребята, это у нас сегодня обычное. Эмоджи Hello Kitty, который показывает нам язычок. Сегодня нам что-то все язык показывают. Например, вот смотрите, Диппер и Мейбл. Очень забавно. Так, давайте его сейчас приклеим. Вот сюда, например. И этот листик мы с вами уже почти собрали. А кому из вас нравится эта коллекция? Коллекция «Хранитель ключа». Давайте выберем какой-нибудь из пакетиков. Ну, например, давайте вот этот возьмем. И, например, вот этот. А эти откроем в следующий раз. Давайте с вами посмотрим, кто же спрятался в первом сюрприз-пакетике. О, ребята, посмотрите, этот монстрик чем-то похож на зайчика, потому что у него такие длинные или волосы, или же ушки. Вот, посмотрите. И такой вот очень красивый ключик. Если так перевернуть, это сердечко. Вот такой вот монстрик, такой забавный. Ну и, в принципе, здесь все забавные. Но этот в особенности. Может быть, он захочет жить вот в этом кармашке? Давайте посмотрим. Мне здесь вообще не нравится. Хорошо, хорошо, только не плачь. Так, давайте. Куда бы? Может быть, он нас захочет поселиться вот здесь, например. Вот это другое дело. Здесь получше. И все хорошо видно. И следующий сюрпризик. Так, кто же здесь? Посмотрите, этот забавный монстрик мне чем-то напоминает мишку, даже по цвету и потому что у него такие ушки. И вот такой вот у него ключик, необычный и даже меньше, я бы сказала, чем эти различные ключики. Я думаю, ему понравится вот здесь. Как же здесь высоко и круто! Пожалуй, останусь здесь. Золотые мои, а какой из этих монстриков, а точнее хранителей, вам нравится больше всего? Вот мне, например, вот этот милый и забавный кроха. Юникитти. Так, кто здесь за персонаж? Не знаю, как ее зовут, но она мне уже нравится. Это какая-то цветочка... Мне кажется, что это какая-то цветочка-пчела. Потому что у нее здесь крылышки, вот, как бы расцветка такая, и здесь такой цветочек. Вот, ребята, а вы как думаете, кто это и вообще как ее зовут? Такая миленькая, улыбается. Но я знаю одно, она просто обожает цветочки. Но одно я знаю точно, она просто обожает, когда ей дарят цветы. Ребята, а давайте прямо сейчас в комментариях поставим побольше эмоджи цветочков и подарим ей. А вы знаете что-нибудь забавное о ней? Сюрприз коллекция карандаши. Давайте сегодня выберем два карандашика. Давайте, например, вот этот и, например, вот этот голубенький. А этим с вами откроем в следующий раз. А, откроем мы сначала оранжевый сюрпризик. Какой же здесь карандашик? Так, смотрим. О, ребята, это для меня повторочка. Вот, посмотрите, он у меня уже есть. Эх, не повезло, значит, мы его сюда не приклеиваем. И открываем следующий сюрприз. Так, ребята, посмотрите, здесь что-то даже просвечивает. О, ребята, мне попался редкий карандаш. Посмотрите, он весь глиттерный. Вау, он такой просто очень красивый. Интересно, как он пишет? Золотыми, наверное. Вот, посмотрите. Так круто переливается. А, я залипла прям. Так, если у нас редкий, давайте его приклеим, например, вот сюда. Вот так. И теперь у меня уже два редких карандашика. Радужный и глиттерный. Ну, а вот этот повторный карандашик давайте положим вот сюда, рядом с пандой. Вы думаете, что я уже все сюрпризики открыла? Нет-нет, ребята. У меня еще остался сюрприз, который для нас сделал кексик. Он называется «Шоколадные мишки». Давайте я поскорее выберу три сюрпризика, и мы их с вами откроем. Например, вот этот.
И давайте вот этот большой. Так, еще сейчас посмотрим. Ну и, например, вот этот. Вот так. Итак, давайте начнем вот с этого сюрпризика. Вот шоколадные мишки. Так, кто же мне здесь попался, ребята? Это мишка, который собирается что-то нарисовать. Ребята, а вы любите рисовать? Что вы чаще всего рисуете? Этот мишка у нас под номером 6. Так, я запомнила эту цифру и его приклеила. А когда мы с вами соберем всех этих мишек, у нас здесь останется какое-то слово и, возможно, даже рисунок. Собери слово. Этот конвертик у меня находился сзади этого сюрприза. Так, и здесь у нас лежат различные буковки. Так, сейчас я найду как раз-таки циферку 6. Так, это 5, это 2. Так, сейчас, минуточку. Так, это 9. Нет, это ведь... Ага, это 9. Так. Так, сейчас я разберусь. А вот эта буковка, которая была под номером 6. Би. Так, вот эта шестерка. Приклеиваем. Вот так. Ну, а следующий сюрпризик у нас будет, например, вот этот большой. Порвем все. Так, наши мишки. Они у нас или дерутся, или танцуют. Скорее всего, все же танцуют. Вот. Такие вот мишки. И у них номер 2. Так, давайте я его приклею вот сюда. Давайте отыщем букву под номером 2. А я опять искать. А вот и эта буковка. H. У нее был номер 2. Вот здесь. И еще один сюрпризик. Шоколадные мишки. Итак, открываем. Так, здесь у нас мишка, который что-то исследует с помощью своей лупы. Наверное, каких-нибудь букашечек или же какие-нибудь ягодки. И у него номер 3. Давайте его вот так приклеим. И ищем букву. Нужная нам буковка O. Так, приклеиваем. Вот так. Ребята, а кто из вас уже догадался, что здесь за слово написано? И вот такие вот интересные сюрпризы мы сегодня с вами открыли. Ну а если ты новичок на моем канале, то обязательно-обязательно скорее подписывайся прямо сейчас. И нажимай на колокольчик, чтобы тебе приходили уведомления о моих новых видео. И конечно же, ставь лайк и пиши свои комментарии. А с вами была я, Анна Голд. Всем пока-пока! Всем отличного настроения! И я Кексик! Всем пока-пока, ребята! А прямо сейчас давайте общаться в комментариях под этим видео. Ну все, я уже пошел с вами общаться и отвечать на ваши комментарии. Пока!